Уже рассказывали о хищении качелей от нового спортивного центра в Жуковке, на который потрачено много денег. Там какие-то отписались знающие люди, что типа на зиму демонтировали качели. Ну и что? Вот настала весна, одни качели действительно повесили, а еще двух нету. Кто их умыкнул? На дачу, в огород, неизвестно. Констатируем факт, что после зимы вывесили из трех одни качели, действительно. А двоих остались только цепи. То есть пойдет расследование, кто снял качели, куда унес. Или это все покрыто тайной. Верните качели. Не успели построить, уже начали мародерить.